Всем доброго дня! Друзья, сегодня готовим с вами паштет с грибами. Это настоящий экспресс-паштет. Почему? Потому что он готовится ровно полчаса. Очень быстро. Итак, начнем. Берем лук, морковь, очищаем, нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Затем нам нужно обжарить говяжью печень. Для этого нам нужно печень нарезать одинаковыми кусочками, чтобы она равномерно прожарилась. Добавляем сюда обязательно немножко сливочного масла. Так будет вкуснее. А затем добавляем сюда заранее немножко обжаренные грибы. И потом будем соединять все, что мы обжарили. И овощи, и грибы, и печень. Я обязательно добавляю в будущий паштет мускатный орех. А также любимые травы. У меня итальянские травы любимые, у вас могут быть любые другие. А также перец и соль. Потом все мы это измельчим обыкновенным блендером. Я добавила немножко молока, чтобы паштет хорошо намазывался на хлеб и был более эластичный. Ну вот, наш паштет готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всего доброго, удачи вам, друзья. Пока-пока.